Праздник входа Господня в Иерусалим церковь вспоминает торжественное прибытие Иисуса в святой город накануне праздника Пасхи. Он отмечается в последнее воскресенье перед Пасхой, и именно с него начинается Страстная неделя. В этом событии и его символике важное место занимают пальмовые ветви, от греческого «ваи». Поэтому этот день обычно называют неделей «ваи», или в латинской традиции «пальмовым воскресеньем». Согласно Евангелию, с пальмовыми ветвями народ иудейский встречал Христа как Мессию, Спасителя, прихода которого многие века ожидал народ израильский. Люди приветствовали его и устилали путь, по которому он ехал на скромном ослике, пальмовыми ветвями. Неделя Ваи является продолжением Лазаревой субботы, ведь жители Иерусалима встречали Господа как победителя смерти. Все знали о том, как он накануне воскресил умершего Лазаря. Во всех храмах на Афоне освещают пальмовые ветви, и с ними и с зажженными свечами остаются до конца богослужения, что символизирует встречу Спасителя на его пути, славы и скорби. Есть обычай раздавать и небольшие кресты, сплетенные из пальмовых ветвей.